Лечить зубки в Ленинском районе ребятишкам теперь не страшно. Здесь открылось после ремонта детское отделение областной стоматологической поликлиники. На входе маленьких пациентов ждут смешные рисунки и шарики. Будем ждать наших пациентов. Нам будет очень приятно принять их в таких вот условиях. Это очень радостно для нас, думаю, для них тоже. Первые пациенты уже появились на пороге. Мальчик Сережа сегодня впервые пришел к стоматологу. Как настоящий мужчина, он стойко перенес медицинский осмотр и получил за это целую связку воздушных шаров. Смотрели зубки. Ух ты! И как? Ну, понравилось тебе? Да. Боялся? Нет. Не страшно? Еще придешь сюда? Вслед за ним качество медицинской помощи оценила 12-летняя Алина. Она приходит сюда не впервые. Но в этот раз вместо обшарпанных стен девочку встретили яркие рисунки. Все очень красиво. Рисунки даже там нарисованы. Не страшно теперь ходить к стоматологу? Нет. А еще недавно здесь была совсем другая обстановка. Это детское зубоврачебное отделение работает в Ленинском районе с 1967 года. За это время в нем ни разу не было капитального ремонта. Мы приняли решение, что детство нельзя оставлять в таком состоянии, каком оно было. Поэтому составили план мероприятий и с июля месяца проводили в течение этого периода времени капитальный ремонт. То есть здесь было все снесено, фактически все построено заново. В результате капремонта была проведена перепланировка здания, что позволило увеличить число кабинетов и даже создать новые, например, рентген-лабораторию. Все это даст возможность лечить еще больше и лучше. В среднем принимали порядка 50 человек за смену, соответственно, порядка 100 человек за день. Сейчас у нас появились дополнительные рабочие места, рабочий кабинет, рентгеновский кабинет, поэтому у нас будет возможность принимать несколько большее количество пациентов за смену при условии наличия необходимого количества кадров. С кабинетами проблему решили, теперь ждут новых сотрудников. В детское отделение требуется еще 4 врача.